СТВ, прием, прием. Дмитрий Ковалев на связи. Отлично. Лето в этом году выдалось жарким, а потому было очень насыщенным. Мы побывали во многих живописных уголках Сахалина. Прокатились на велосипедах по восточному побережью, от Лесного до Дольнска. Красивый каменистый берег, волны бьющиеся о скалы, свежий морской воздух несли блаженство. Впервые побывал на Черемшанском водопаде. Бесподобное зрелище. Встать под него и почувствовать всю мощь природы. Прошли по Сосунайскому хребту, как белки, прыгая с ветки на ветку по кедровому стланику. Звезды в горах сияют подобно алмазам. Совершили восхождение на самую высокую точку Сахалина, гору Лопатина. Выше нас были только звезды. Встречали и провожали безумно красивые закаты и рассветы. Мы вернемся! Потом устроили веселое купание в горной реке Пеленга. И еще побывали во множестве красивых мест, о которых мало кто догадывается.